поверили в сказку. Ведь на сцене руководитель Урыкина Екатерина Валентиновна приготовила тайну волшебного сундука. Детский сад номер 4 «Подснежник», детский сад номер 3 «Ивушка», детский сад номер 1 «Жемчужинка» и детский сад номер 25 «Город Подольск. Улыбка». Сейчас вас погрузит в волшебную, самую настоящую сказку. Готовы? Не слышу! Встречаем! История произошла в загадочном лесу, однажды солнечным денечком. Thank you.
Thank you.
что же делать? Ну что же делать? Самим нам сундук не открыть. Нужен ключ. Давайте обратимся за помощью к сыщикам. Thank you.
разработали. Давай повеселимся несколько дней. Но если любишь звонить,
очень понравилось, а ключа-то и нет. Сундук-то волшебный. Вот отгадайте загадку, сундук и откроется. Счастье нужно танцевать всем. Thank you.